Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Бадди, и сегодня мы начинаем проходить новую игрушку под названием Resident Evil 6. Недавно вот мы, ребята, прошли с вами пятую часть Резидента, а вместе с Крис Кооператив. Также я еще проходил одиночную игру в соло. Это было примерно полгода назад, в общем. Ну что, насчет игры, я хочу сказать, буду проходить уже второй раз, как бы я проходил эту игру в 2013 году. Был, да, уже очень давно, я как бы тут мало чего помню. И эту игру, кстати, я буду проходить тоже кооператив. Но для начала нужно пройти пролог вот в игре. Но хочу сказать вам то, что, блин, я так очень сильно облажался. Я, блин, снимал с Фрапсом, поскольку у меня бандикам это не записывал. А Фрапс, он как бы файлы делал очень большие, где-то там по 100 гигабайт. Представляете, 100 гигабайт я выкладывал на YouTube. И где-то 5 часов нафиг ждал. Как бы и... Но сейчас у меня, наконец-таки, бандикам заработает, типа, понял, в чем проблема. И, как бы, я решил все заново перезаписать. То есть, я пролог уже там проходил, и за Леона начал кампанию там с другом проходить, с кооператив. Мы там дошли до какого-то места. Ну, поэтому как так получилось. Ладно. Начинаем, ребята, проходить. Кампания. Так, подождите-ка. Нет, стоп. Куда мне тут нажимать-то надо? Выбор главы, да. Вот, наверное, сюда. Вот пролог. Давайте заново пройдем пролог. Хочу вам сказать то, что я буду проходить, значит, эту игру два раза одновременно. Кооператив буду с другом проходить и с Крис. То есть я буду вот как делать. Если я... Вот когда буду проходить кампанию за Леона, да, то есть я вот, допустим, с другом прохожу за Леона, а вместе с Крис прохожу за... за Хелену. Вот как так. Что было прям вот разнообразно, прикольно. С другом Артёмом буду, короче, проходить эту игруху. Вот, как-то так. Дорогие друзья. Надеюсь, вам понравится прохождение. Смотрим. Пролог. Я уже, если честно, забил со счёта какая-то игра. Я уже много игр прошло, наверное, 80 или 81. Это так вот. Так, что это такое? Листик? Или что это вообще? Гусеница? В смысле? Ух ты! Графика у меня, кстати, на максимуме. 0 трак, 60 FPS. Контрольная точка. Опа. Так, осматриваемся. Ну, тут подсказки дают. Это хорошо. Ну, честно признаюсь, да, говорим еще раз то, что этот пролог я уже проходил. Вот вчера или позавчера. Просто облажался с Фрапсом этим. С этим бандикам почему-то не записывал с первого раза. Ну ладно. Ну что, страшно, вот мы выбрались. О, вот эта вот картинка прям вообще замечательная, такая прикольная, классная. Очень красиво. Можно было сделать скрин и на превьюху поставить для видоса. Вот, вот это вот. Классно. Так, ну что, идем. Давай, это еще не конец. Не умирай, Хелена. Ну да, ее Хелена зовут. Тебе так сказали. Иди без меня. Нет, мы ее не кинем. Нет, нет, нет. Да, пошли со мной. We've been through. It'd be a waste to give up now.
Ага. Сейчас мы откроем с помощью вот этого. С помощью этого арматура. Вот эти вот кнопки, да, я тоже помню, были. Мы как бы должны вот попасть вот промежуток, вот одновременно нажать на R. Прикольно нас тут сделали, фишка. Например. И вот этот вот эффект звуковой, как дверь открывается, блин. Что-то Зент я просто переиграл, да, и когда слышал звук, прям кайфую. Сразу вспоминаю эту игру. Try this way. Попробуем We're almost сюда. through this. Мы почти выбрались. Меня напрягает этот спецназовец. Можно, кстати, подобрать его оружие. Надеюсь, мы так и сделаем. Странно. Ну ладно. Let's take a break. Давай отдохнем. Отдыхай, Хелена. Ты заслужила. There's gotta be a first aid kit in here somewhere. Мы должны ей помочь. Надо найти лекарство, ребят. Надо срочно найти лекарство. Да-да. Так. Лекарство находится здесь. Там трава зеленая, да. Сейчас разобьем стекло. Leon, are you there? Hunnigan. Good to hear you're okay. Where's Helena? She's not doing too good. Мне нужна медицинская помощь. Do you have any herbs left? A few, but I'm not sure they'll help. Конечно, помогу. Слушай меня. Внимательно исследуй инструкциям. Открыть ячейку. Ага. Три. Все, ребята. Лечим Хелену. Сегодня погибло. Так, ты не оставишь. Леон. Уйди отсюда! Блин. Ну, это по сюжету, он как бы к нам должен подойти прям плотную, да? То есть рано. Сейчас обучение идет. На. Хорошо, я так попал в него. Точно прям. Насквозь. Да, отвлекаться здесь точно нельзя, это верно. There are BSAA agents there with survivors. I can't abandon them. All right. Then let me help. I'll direct you through the safest route. Thanks, Hunnigan. Контрольная точка. You can always refer to that in a pinch. Надо два раза на пробел нажать. Так, вот там. Показывают подсказки еще. Схема маршрута, нажимаем на Q и видим такую вот картину. What the hell?
Helena. Roger. Ну да, ей уже хорошо. Она бегает, Хигана. А вот и город с зомбаками. Да уж, вот это картина. Продолжай двигаться в то же направление. Так, ну что мы должны делать? Забираем патроны, кстати. Можно рукопашкой, смотрите. Вот так вот. Подходим к ним. И просто бьем их нахер. Что я для этого делаю? Нажимаю на пробел, удерживаю как бы, да? Кстати, я забыл там, куда надо проходить. А, вот, нам открыл. Нам открыли путь. Отлично, проходим. Да, замоки тут, конечно, вообще. Давай, Леон, беги. Давай. Удерживаем пробел, и там рывок идет. Я бегу. Давай. Ты сможешь. О, черт. Что за черт? Контрольная точка. Наверх. Давай, я должен спеть хорошо, молодец. Вначале я немного там опоздал, но ничего страшного. У нас все равно все получается, отлично. Еще несколько кварталов. Это же зомбак, ты чё? Хелена? Зачем спасать этого упыря? Попал. Есть. Да тут красиво сделали спецэффект. Тут просто все классно, обалденно выглядит. Просто супер. Я вот не понимаю, почему мне понравилась многим эта игруха. Вот для меня это просто шедевр. Классно все сделали. Очень красиво. Ух, сколько здесь зомбаков, ребята. Так, мы должны увернуться. Есть. Получилось. Ты в порядке? Так, ну что, теперь бежим. Сюда нам. И тут вот такая вот шняга, что здесь не так? О, я знаю, что тут здесь будет в конце. Вот видите, вот эту вот фигнюшку. О, да. Это я точно помню, я проходил в 2014-м.
Да по-любому это мразь, вот эта вот, которая там будет висеть. Да-да-да. Не хватило. Ну да, тут он не будет спойлерить, кто он такой. Идет сохранение, и оно успешное. Ну что, ребят, прошли мы пролог. Ребят, спасибо огромное тем, кто смотрел. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Пишите комментарии. И, ребята, что еще хочу вам сказать. В следующей серии, значит, я начну проходить сначала вместе с Артемом. Вот этот вот кооператив прохождения игры с Леона, да. Сначала первую кампанию мы будем проходить с Леона, да, и Хелену. А потом уже с Крис я буду проходить вот так вот, как бы, делать. В общем, да. Всем пока, ребята.